Спектакли Константина Богомолова, Дмитрия Егорова, Андрея Прикотенко и постановки частных новосибирских театров. Организаторы фестиваля «Хаус» сегодня объявили афишу. Международный форум актуального театра пройдет во второй половине октября. Центральная площадка «Старый дом», но фестиваль примут и другие новосибирские сцены. В основную программу вошли 13 спектаклей из 7 городов. Откроет «Хаус» театр «Практика» постановкой по Владимиру Сорокину. Среди гостей – театр на Таганке, приют комедианта, томский «Тюз» и другие коллективы. Также участвует «Красный факел» и «Старый дом». Отдельным блоком представят спектакли 6 новосибирских негосударственных театров. Познакомиться с ними приедут критики и продюсеры со всей страны. Добавлю, что «Хаус» пройдет в рамках нацпроекта «Культура» и при поддержке фестиваля «Золотая маска». Хедлайнеры наши и Москва, и Питер, но в этом году мы привозим еще и региональные сибирские коллективы, мы привозим и Архангельск, мы привозим Казань, ну, в общем-то, это такая очень обширная географическая история.